Трудовыми победами встречают завершающий год пятилетки лесозаготовители Всесоюзного лесопромышленного объединения «Карел-Леспром». Отличных результатов добились Иван Павлович Дикун, вальщик леса, и тракторист Петр Федотович Полежаев, рабочие Надвоицкого леспромхоза. Первыми в Карелии они освоили принципиально новую технологию заготовки древесины, перейдя на звеньевой метод труда. Дикун и Полежаев работают только вдвоем, но заменяют труд целой комплексной бригады, состоящей обычно из 5-6 человек. Таковы результаты умелой организации и высокого качества труда. Передовой опыт работы карельских лесозаготовителей изучают вальщики и трактористы многих леспромхозов страны. За выдающиеся достижения в труде Ивану Павловичу Дикуну и Петру Федотовичу Полежаеву присуждена государственная премия СССР 1979 года.